Добрый вечер, уважаемые дзержинцы. Мы рады видеть вас в гостеприимном зале Дворца культуры «Энергетик», который вновь распахнул для вас свои двери. 3 сентября Российская Федерация отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Это самая памятная дата, установленная в 2005 году федеральным законом о днях воинской славы России. Она связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. Мы против терроризма. Мы за мир без насилия. Мы, ныне живущие, должны сохранить мир на нашей земле, чтобы не прекращал звучать детский смех, чтобы мы могли спокойно учиться и работать, быть счастливыми людьми, независимо от того, кто мы по национальности и где мы живем. Сегодня для вас на этой сцене выступает Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры». Дирижер Илья Рейбарх, солисты Павел Баранский и Юлия Пилипович. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, дорогие жители города Дзержинского. Сегодня у нас необычное для начала осенних будней, для начала учебного года, немного траурная, немного торжественная, немного праздничная программа, посвященная как раз Дню борьбы с терроризмом и памяти теракта в городе Беслан. Для вас прозвучал марш Преображенского полка, неизвестного для нас композитора. Марш появился буквально через 5-6 лет после формирования этого полка, еще тогда царевичем Петром Алексеевичем, да, ныне императором России Петром I. А сейчас мы по времени музыкального сочинения немножко приблизимся к нашим временам. Музыка начала 20 века, композитор Арчибальд Джойс, вальс «Осенний сон».
самом конце 19 века появилось на свет, как писал Уинстон Черчилль, самое ужасное оружие современности. Ну, на тот момент Уинстон Черчилль был 20 лет, он служил в Африке и воевал с Зимбабве в далеких джунглях. Этот ужасный, несущий смерть конструктор назывался пулемет. А его конструктором был английский инженер Хайрам Максим. И вот когда эти пулеметы появились в России, появились они примерно в гражданскую войну, стали называться они двумя очень близкими для нас теперь словами. Первое название этот пулемет получил по способу транспортировки. Он был легче любой пушки полевой, но бойцам тяжеловато было носить, поэтому, как правило, привязывали к конному всаднику и довольно быстро его перевозили. Отсюда появилось замечательное слово «тачанка». А второе название – это название пулемета «Максим». Хотя «Максим» – это фамилия английского изобретателя-оружейника, так в России пулемет «Максим» в Советском Союзе довольно долго так ласково и назывался. В 1941 году на студии Всесоюзного радио обсуждали вопрос, что срочно необходимо для фронта писать новые песни, поднимающие дух бойцов. Стало просачиваться во все уголки чувство страха, что мы все время отступаем. Вот уже скоро Москва. Стихотворение, великое стихотворение Константина Симонова «Жди меня» уже фактически было самиздатом, распространено везде. И вот тогда вспомнили про песню, которая в 30-х годах оказалась не совсем удел. Песня времен гражданской войны, но написана была поздно. Композитором Сигизмундом Кацем на слова поэта Владимира Дыховичного. Где речь шла о пулеметчике, которого тоже звали Максим, который, как бы сейчас толерантно сказать, был оператором пулемета Максим. Так замечательная песня «Два Максима» появилась в радиоэфире. Была она звонкая, задорная, боевая, и часто солдаты подхватывали ее и доносили до окопов и до передовых. Песня в годы войны была довольно знаменитая. А потом за всеобщей победой ликованием, как уж очень военная, была надолго забыта. Композитор Сигизмунд Кац, слова Владимира Дыховичного, «Два Максима». Поет солист Московской областной филармонии Павел Баранский. Границы шумели березки, где теперь пришлось нам воевать. Там служили, дружили два тезки, их обоих Максимами звать. Был один пулеметчик толковый, познакомьтесь с Максимом моим. А другой пулемет был станковый, под названием тоже Максим. Крепко связаны дружбою старой, принимали грозные бои. Неразлучною дружною парой оба тезки Максимы мои. Очень точно наводит наводчик, а Максим словно молния бьет. Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. А с осколка германской гранаты не случилось уберечься им. Пулеметчик был ранен, ребята, обречен пулемет был Максим. Не лечения проносятся мимо,
и дружочку был сделан ремонт. И опять оба тезки Максима возвращаются вместе на фронт. Фронте горячие хлёстки, ураганный бой гремит опять. И опять служат, дружат два тёзки, их обоих Максимами стать. Снова точно наводит наводчик, с максимальной силой бьёт. Так-так-так, говорит пулемётчик, так-так-так, говорит пулемёт. Так-так-так, говорит пулемётчик, так-так-так, говорит пулемёт. Горит свечи, огараче, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель. Как будто в сказке не были за три девять земель. Как будто в сказке не были за три девять земель. На ней иголки новые, еловые на ней. На ней иголки новые, а шишки все еловые. Медовые на ней. Где елки осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят. Зачем им сольки ранние, коль парни на войне? В Германии, в далекой стороне, лети мечта солдатская к девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Горит свечи, огараче, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Композитор Павел Куликов. Фантазия для оркестра русских народных инструментов на тему песни «В лесу при фронтовом».
Среди памятных дней есть еще 1 сентября 1939 года, это начало Второй мировой войны. А сегодняшним днем, недавним буквально указом, у нас памятный день окончания Второй мировой войны. Но внутри Второй мировой для нас дороже, конечно, Великая Отечественная война, а названа она так не случайно. Была и Первая Отечественная война 1812 года. И известна эта Отечественная война, помимо замечательных плодов, которые в итоге подарила русской культуре, прежде всего литературе. Я напомню, да, что «Война и мир» — первый роман эпопеи, наверное, в мире. Характерна была и людьми, которые, ну, если так можно говорить, воевали не по правилам. Знаменитые гусары Дениса Давыдова и Великая Отечественная война этот опыт как нельзя больше переняла. Это, конечно, партизаны. То явление, с которым столкнулась воюющие стороны, которого, в общем, не было. Сложно говорить, что партизаны были только в Советском Союзе. Они были и во Франции, и в Польше, и в Югославии, и на очень далеком Востоке, где и в Италии, и на очень далеком Востоке, в Китае, который первый на себе ощутил, кстати говоря, тяжести Первой мировой войны еще с 1937 года, воюя с Японией, но все-таки выдержав. И в память об этих иногда совершенно безвестных людях, которые жертвовали собой, наверное, зная, что жертвуют собой, молодой композитор, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, тогда он назывался Педагогический институт имени Гнесиных, который впоследствии стал одним из, ну, наверное, самых крупных композиторов Советского Союза, который писал специально для оркестра русских народных инструментов, Юрий Николаевич Шишаков, посвятил свою еще, ну не студенческую, правильно сказать, аспирантскую работу как раз памяти этих мужественных, доблестных и слегка бородатых людей. Пассакалия на тему партизанской песни времен Великой Отечественной войны. Композитор Юрий Шишаков исполняет Государственный академический оркестр «Русские узоры». Thank you.
Леонид Афанасьев, «Гляжу в озера синие». Для вас поет солистка Московской областной филармонии Юлия Пилипович. В озера синие впали.
твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит. Но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Одной судьбой грустить с тобой, земля моя, и праздновать с однажды в газете, сейчас не буду говорить неточную информацию, в Google загляну, скажу более точно. Появилась заметка о том, что в 66-67 году в далекую-далекую сибирскую деревню приехали пленки с документальным фильмом о войне. И после показа этого фильма в редакцию документальных фильмов Гостелерадио СССР пришло письмо о том, что можно ли прислать копию этой пленки, чтобы она хранилась в этой деревне. Дело в том, что в этом очень далеком селе состоялся случай при показе фильма. Уже довольно древняя на вид старушка, будучи матерью красноармейца, который пропал без вести, вдруг увидела своего сына на документальных кадрах. Эта история поразила сперва поэта Андрея Дементьева, и он написал пронзительнейшие строки, баллада о матери. А потом и один из самых светлых композиторов, Евгений Мартынов, написал музыку. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева, баллада о матери. Солист Юлия Пилипович. Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война.
много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат, сколько их в то дальнее село, мальчиков без усы. Село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Славно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! Кричали земляки. О сыне повторить, просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить. И опять по таку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Ближе к концу войны, когда уже наступали близко победные дни и все чаще на Красной площади давали салют по случаю взятия одного или другого города, поэт Евгений Долматовский, правильно сказал, Евгений Долматовский, услыхал, что в войсках ходят интересные стишки на тему, какой город будет следующий взят. И сам сочинил замечательную песню в сообществе с своим очень близким другом Матвеем Фраткиным, которая так называлась «Дорога на Берлин». Но удивительно, опубликовать песню уже опубликовали буквально в 80-х годах, а до этого, что называется, канонического варианта ее не было. На каждом, точнее, фронте эту песню пели по-разному.
в зависимости от того, какой боевой путь проходил тот или иной фронт. А их было минимум 4 наступавших, 3 украинских и 1 белорусский. Хотя и еще 2 тоже, в общем, наступали. Поэтому в зависимости от того, как выстраивалась география, пели о взятии разных городов. Нам с коллегами не удалось найти точно, какую версию мы поем. Но право самого каноничного исполнителя этой песни принадлежит Леониду Утесову. Его версию мы и исполним. Композитор Фраткин, слова Долматовского, «Дорога на Берлин». Композитор Новиков, слова Льва Ашанина. Песня русского сердца. Солист Павел Баранский. Есть у России березоньки белые, кедры забывшие, сколько им лет. Горы от вечных ветров поседелые, реки которым названия нет. Горы от вечных ветров поседелые, реки которым названия нет. Есть соловьиные песни бессвязные, зори полей и огни городов. Есть у России
сердца безотказные, мудрые руки ее мастеров. У России сердца безотказные, мудрые руки ее мастеров. Солнышко глянет, или вьюга забьюжится, слушай просторы и вольно дыши. Есть у России солдатское мужество, вечный огонь материнской души. Есть у России солдатское мужество, вечный огонь материнской. «Страна певучая». Для вас поет Юлия Пилипович. Yeah.
Обязательно приедем. Даже несмотря на такие огромные пробки, все равно приедем. Для вас выступал Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры». Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, на этом наш концерт подошел к концу. Мы желаем всем счастливой жизни. Пусть над вами будет мирное небо, яркое солнце, и пусть ваша жизнь будет наполнена только счастливыми моментами. До новых встреч!